В Тверской области спасатели измерили толщину льда в водоемах. Так, по данным регионального МЧС, в каждом районе она разная, колеблется от 0 до 35 сантиметров. Это цифры на 30 ноября. Так, самый толстый лед оказался сразу на нескольких реках Весьегонского района. Чуть тоньше на вышневолоцких водоемах, около 25. Лед появился менее чем в 13% рек и озер области, но в ряде муниципалитетов водоемы ледяной коркой еще даже не охвачены. Так, например, в Твери река Волга, здесь толщина меньше сантиметра, есть огромные промоины, на радость уткам. Спасатели предупреждают, что для человека выход на лед, даже если его толщина 5-7 сантиметров, опасен. Особенно эту информацию сотрудники МЧС просят родителей донести до детей, которые нередко ради забавы пренебрегают мерами безопасности. Выход на лед опасен тем, что из-за тонкого слоя он может провалиться, и человек уйдет под воду. Шансов спастись в холодной воде крайне мало.